Предлагаю приготовить закуску «Цветущее кольцо кёсадилье». Закуска получается эффектная, яркая и сытная. Само по себе блюдо довольно острое, любителям рекомендую непременно попробовать. Рецепт, конечно, далек от оригинала мексиканской кухни, у меня адаптация на русский манер. Эта закуска подойдет для посиделок в небольшой компании друзей, получается вкусно и сытно. Начинку по желанию можете видоизменять, хочется поделиться именно подачей и самим оформлением данного блюда. Для рецепта рекомендуется использовать жгучий перец и острый соус, я брала обычный острый кетчуп. Сыр подойдет любой, который хорошо плавится в духовке, можно взять одновременно несколько видов. У меня моцарелла и российский. Подготовьте все ингредиенты. Курицу заранее отварите в подсоленной воде и отделите мясо от костей. Мясо мелко нарежьте или разберите на волокна и сложите в глубокую миску. Добавьте измельченную луковицу, соль по вкусу и соус. Я использовала обычный острый кетчуп. Если любите поострее, добавьте красный жгучий перец. Хорошо перемешайте. Начинка готова. Ввиду отсутствия лепешек для кёсадильи я использовала лаваш. Вырезала круги, 8 штук, и разрезала их пополам. В зависимости от размера лаваша, у вас может выйти и до 14 штук. Разложите заготовки для кёсадильи и распределите на них тертый сыр и куриную начинку. Сверните каждую кулечком и уложите в круг из 8 штук на круглую форму для запекания, застеленную пергаментом. Я использовала дно от разъемной формы. По центру оставьте место для соуса. Сверху уложите другие кулечки и посыпьте все оставшимся сыром. Запекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут. Закуска «Цветущее кольцо кёсадильи» готова. При подаче можно украсить закуску свежей зеленью. Подавайте в горячем виде, установив по центру розетку с соусом. Приятного аппетита!